Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределкин. Сегодня у нас 21 января 2016 года, и мы наконец-то дождались более-менее какого-то снега, который можно почистить. Трактор уже прогрет предпусковым подогревателем. Видео я еще о нем не вылаживал, потому что мороза сейчас буквально 2 градуса от силы, и нагрелся он достаточно быстро. Если что, как будет мороз уже градусов 20 хотя бы или 10, тогда я сниму об этом видео, чтобы было что снимать. Сейчас мы с вами поедем сразу же. На тракторе я сделаю с SJ несколько, как говорится, видео, нарезочку, как мы будем чистить до нашей трассы. А потом уже сейчас с вами будем чистить по селу дороги, как говорится, та территория, которая относится к селу. Поехали! Мы вернулись только что с расчистки дороги до трассы, до нашей, где выезжать на городскую трассу, как говорится. Может, вам что-то и было, конечно, непонятно по тем видеокадрам. Ну, я так, чисто в ознакомительных целях. Сейчас теперь мы будем прочищать село. Прочистим нашу улицу, где я живу, и еще две улицы, получается, ну, одна главная, а вторая еще одна, где чисто местные жители живут, так сказать. Вот наша улица, как можете помнить ее по первому выпуску влога депутата. Вон там в конце мусорка наша, сельская, так сказать, с которой мы и будем бороться дальше. Все, сейчас продолжим с СДЖ это все дело, и все будет окей. Так, мы только что расчистили свою улицу, там, где я живу. В принципе, на мое мнение, нормально. Централку почистили, ну а дальше кому что надо, пусть от дворов уже прочищают. Получилась, значит, вот такая вот картина. Ну, в принципе, плохо. Там нормально видно, я думаю. На видео, предыдущем видео, что и шло перед этим, все там понятно. Все, сейчас дальше едем, значит, будет участок дороги, где было снято видео «Гражданская позиция» канала «Сельхозпеределки». Если есть желание, можете посмотреть.
Ну и дальше едем на наши вторые, как говорится, последующие улицы, которые приписаны к селу. Поехали. До последнего жителя нашего села, до нашей двоюродной бабушки. Там развернулись, потому что дальше там дачные участки. И возвращаемся сейчас на последнюю улицу, которая сельская. Получается, по этой улице метров 300, наверное, в одну сторону. Сейчас мы вернемся туда-обратно и все. Сейчас будет нарезка с ИЖ под музычку, под какую-нибудь, я думаю. А дальше уже встретимся с вами, как мы уже себе будем вычищать самого двора. И там уже попрощаемся. Поехали. We'll be right back.
Вот так мы почистили свою, как говорится, последнюю улицу, что относится к селу. Сейчас с вами возвращаемся с помощью Эджея назад на нашу улицу и чистим уже наш двор. И заканчиваем на этом. Села батарейка, и одна, и вторая на камере. Это вообще какой-то капец. Ну, так мы, короче говоря, уже почистили со двора дорогу, и все. Снега, в принципе, не сильно много, но он мокрый. Если его сейчас не почистить, он потом закоксуется, с ним потом ничего не сделаешь вообще. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.